принципе, это очень широкое, получилось широкое большое событие накануне даже весны, да, то есть вот весна и вот сразу, в принципе, тут как бы постоянное желание, ну, выйти из состояния зимы и сразу как бы раздеться и показаться во всей красе еще до того, как все тут у нас, ну, зацвело. Вот керамисты оказались как бы на вот этой первой волне, первой крепи. И количество авторов очень большое, и количество работ очень большое. Тут работы не только керамистов, авторов, а также художников, скульпторов там, и так дальше. В этом смысле достаточно широкий пласт авторов.